На крупной взятке погорел начальник отдела одной из районных государственных администраций Запорожья. Чиновник входил в состав комиссии социально-экономического развития, в функциях которой было выделение земельных участков на территории района. Деньги он вымогал и получил за позитивное решение вопроса о выделении двух участков земли. Были задокументированы неоднократные факты вымогательства взятки с одного из граждан, который обратился с заявлением в сумме 60 тысяч гривен. В ходе проведения спецоперации УБОП был задержан с поличным данный чиновник. Под документами на его служебном столе были обнаружены 60 тысяч гривен, которые он получил в виде взятки. По словам сотрудников милиции, после разоблачения с поличным чиновник полностью раскаялся и дал правдивые показания. На основании собранных сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью материалов возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей. Сотрудники УБОП просят всех граждан, с которых чиновники вымогают взятки, обращаться в органы внутренних дел за юридической и практической помощью.